Во Франции находился человек, которого мне всегда хотелось повстречать. Полковник Вилли Шунцель, также известный как парижский мясник. Ничего удивительного, что он оказался в списке первым номером. Никому еще не удалось близко к нему подобраться. Нам стало известно, что Шунцель планировал прибрать к рукам произведения искусства из собора. Как всегда, он шел за зовом золота. Сообщалось, что все проходы внутрь собора заблокированы, кроме одной двери, ведущей в склеп. Однако все окрестности как следует охранялись. Мне нужно было быть внимательнее, но подходящая возможность рано или поздно появляется сама.
lost. No, no. Wir es merken. Da hat sie sich gewaltig geschnitten. Wir könnten auch erst etwas Spaß mit ihr haben. Das wollen sie ja, diese Brüder. Und dann macht ihr sie fertig. Gib auf! An meinen Männern kommst du nicht vorbei!
Почему так долго возитесь? У нас не так много времени. Эй, я же тебе не Крофт, расхитительница гробницы. Не могу так быстро. Был бы ты Лара Крофт, я бы для тебя другое занятие бы нашел. Мне удалось найти путь в собор. Я не представляла себе, куда меня приведут темные коридоры склепа. Эсэсовцы явно не собирались устраивать там богослужение.
Что бы они там ни грабили, их действия были мне только на руку. Они привели мясника прямо ко мне. Нужно было быть осторожнее. Стой, не стреляй. Так и знал, что смогу тебя здесь встретить. Я бы точно такой же маршрут выбрал. Что ты здесь делаешь? Со мной на связь вышли из штаба УСО. У нас теперь новое задание. Так чего же мы ждем? Нужно поторопиться, как можно быстрее покинуть городок. С каждой минуты подкрепление только прибывает.
Thank you.
Move.
Меня. Может быть, чай угодно. И монеты ржавые от меня не получат. Как? Отдайте ее!
Yeah!
damit kannst du wunderbar Hasenjagd spielen. Hasenjagd? Pass auf. Wir lassen 7 Gefangene. Mm-hmm.
Рад снова тебя видеть. Надеюсь, тебе удалось раздобыть информацию. Все, что мне удалось выяснить, лаборатория, которую мы ищем, находится в небе. Вон, посмотри левее от Луны. Видишь те цеппелины? Вот туда нам и надо. Давай осмотрим ангары. Нам нужен подходящий авиатранспорт. Этот Хальберштадт – то, что нам нужно. На нем мы точно сможем совершить посадку на воздушной базе. Я его осмотрел, похоже, техническое состояние справное. Нужно только долить больше топлива. Я видел там на улице установленный пулемет. Прикрой меня, пока я наполню бак. Thank you.
Хайль Гитлер. Что у вас, капрал? У меня плохие новости. Ваша воздушная лаборатория уничтожена диверсантами. Как это может быть? Все мои проекты, все мои лаборатории. А это? Это была последняя надежда на спасение Рейха. Мы теперь обречены. Ох. Простите меня, старого Гуса, простите. Хм. Германию нам больше не спасти. Она обречена.